Всем здорово, ребята, с вами, как всегда, Кофе Алекс Фокс, и сегодня мы снова будем открывать кейсы в CSGO! Хейо, братишки! Ну что ж, друзья, у меня есть для вас одна особенная новость. Как вы помните, буквально недавно, по-моему, где-то недельку назад, мы сообщили вам приятную новость, то, что теперь мы частенько будем делать нечто эпичное, нечто реально крутое. Вот крафти, там все эти эксперименты с контрактами, да, либо открывать какие-то дорогие кейсы. И как раз-таки, по-моему, в прошлой серии или в позапрошлой серии я увидел очень много просьб открыть вот этот кейс. Вот, сувенирный набор ESL One Cologne 2014 года Cobblestone. Длинное название, длинное, но и цена, жесткая. Ребята, у него большая. Знаете, сколько стоит такой кейс? 15 тысяч рублей. 15, да, ребят. Офигеть. Поэтому я сразу попрошу вас поставить сегодня лайк, потому что таких кейсов на торговой площадке осталось мало. И а цена, может, соответственно. Сань, я думаю, вряд ли. Если сколько их драгонор... на торговой площадке осталось? Кого, драгоноров или кейсов? Не-не-не-не-не, драгоноров. А, но кейсов я не смотрел, Санёк. Кейсов я не смотрел, я просто сразу купил. О, знаешь, чтобы долго не задумываться о том, сколько я потратил на этот кейс. Поэтому я сразу его купил, сразу закрыл, ребята. И я думаю, на самом деле, что нам сегодня опять не повезет. Потому что я не знаю, просто, ребятки, понимаете, каждый раз одно и то же. И, ну, гейм давай не, будем не оптимистами, умеет удивлять нам нас. Выпадет нож. Не, я, Сань, я всегда оптимист, понимаешь? Я по жизни оптимист, но когда каждый раз происходит одно и то же. Не, я, конечно, верю, что, возможно, когда-то гейм все-таки... Я верю в чудеса. Но ножик пролетает мимо, да, меня. Как, да, как это обычно просто с нами происходит, да? Ребятки, пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть в следующей серии, потому что мы можем сделать что-нибудь интересное с контрактами, там, проэкспериментировать, там, засунуть и то, и то, и то, и краска, то. Скрафтить вот. 20 африканских сетов. Да, либо там еще что-нибудь в таком же духе, короче, дорогое, недорогое, все, что вы хотите. Поэтому пишите в комментариях, и мы уже там выберем сами. Вот. Ну а пока вообще прилетает только одно реально говнецо какое-то, я не знаю вообще в чем прикол. Прям вот какашечка. У нас, ребят, смотри, сегодня прям получается 16 кейсов, один из них самый дорогой, это за 15 тысяч рублей. Вот, и... Страж, здрасте, спасибо. Понятно, просто и понятно. Не, я, конечно, знаешь, я сильно надеюсь на наш вот этот дорогой кейс, потому что он... Он может окупить, понимаешь? Он может окупить свою Олег. Стоимость. Ну это настолько нереально, это настолько Олег, нереально. Ну ты же открываешь кейсы, не я, мне как-то все ну, равно. Сань, да, тебе ты знаешь, просто мне главное посмотрел, порадоваться за тебя, да, и все. Порадоваться, когда... Порадоваться, и либо... Когда я проигрываю такие деньги... Поднять тебе дух, вот, а, значит, спасибо, ты берешь, спасибо, Санек, спасибо, фу, да. Говно. Спасибо, выпадает. Так, UMP 45 Капрал нам просто прилетает вот так вот в карман. Ничего, ничего, в итоге, ничего, сейчас ребят, нам повезет. Просто какой-то шлак нам сегодня прилетает в серии. Ну, серьезно, другими словами я это не могу, да, описать, не сын, к сожалению. Маруся, сам боюсь, сейчас не выпадет. Не сын, Маруся, сы, сам что? Сам боюсь. Статрек юз PS-проводник, кстати, если качество хорошее, а качество не такое, да, нормально, нормально. Нормально. Если, конечно, не меньше, не больше. И нам выпадает, внимание, барабанная дробь, херня. Статрук МАК-10. Ой, статрук. Почему я сказал статрук? У всяк случается, ребят. Статрук. Давайте теперь статрук. Давайте теперь. О, эмочка, жалко, что не статрук. Я вообще не знаю, как у меня так давай, вырвалось. Давай, короче, не статрек называть, а статрук. Да, давай. Только прикольно, я реально не будет. Знаю, почему как бы так вырвалось у меня, серьезно. Статрук. Ну, всяк случается, ребятки, всякое ставь лайк, бывает. Ставь лайк, если статрук. Статрук. Ну, к нам выпадет сегодня что-нибудь такое? Нет, вот о, элитное снаряжение. Вот элита подъехала, да, элита. Нормально. И, ребята, последний кейс. Выпадает, и давайте элита, посмотрим, что нам сейчас оттуда выпадет. И это... Сейчас статрук выпадет. Давай, статрук. Нет, не статрук. Ну, блин, я так хотел статрук. Все, сейчас. Короче, на набор. Ребят. Сейчас, я реально, у меня, знаете, я уже вот просто, я сейчас сильно нервничаю, потому что реально кейс дорогой, он стоит 15 тысяч рублей. Я надеюсь, вы сегодня поставили лайк, потому что, серьезно, ребята, ваша поддержка, она бесценная, она сегодня нам нужна. Вот, поэтому, вся, конечно, надежда на АВП Драгонор. Саня, вот если он выпадает, просто муа. Ты понимаешь, это будет самая топовая серия. Это просто будет, ребята, самая топовая серия, не то что в году, мне кажется, за все наше время просто, муа. Короче, все, ребятки, мы начинаем. Пофантазировали, погнали на реальность. И сейчас посмотрим. Просто смотри, я вангую, что прилетит нам по 90 грозам. Интрига, ну ладно. Индиго по маслу, здрасте. Ребят. Олег. А знаете, что самое смешное в этой ситуации? Знаете, что самое смешное? Да. Знаете, сколько стоит эта пушка? Кока. Сколько? Сколько? Ребят, эту пушку стоит, вот сейчас у меня прогрузится, но рублей я могу... 30? Рублей 10.
Мне что-то не грузится, понимаешь, цена даже не хочет, меня гей просто не хочет сильно так расстраивать сейчас. Травмировать твою психику. Травмировать мою психику, реально, что-то не грузится. Но, ребят, я точно уверен в том, что эта пушка, да даже если она стоит 30 рублей, ну чё это такое? Почему? Я-то думал, если мы купим кейс подороже, то шансы у нас, соответственно, будут побольше. А Гейб нам такой, конечно, фигушки вам хорошее оружие, конечно. Ну а сегодня, друзья, мы будем открывать кейсы на сайте forestrop.net. И, пацаны, вот прежде чем мы начнем, я бы хотел всех поздравить сегодня с Днем Святого Валентина. Вот, но мы не можем пройти мимо, ребятки, не сделав это. Ну, как-никак, сегодня 14 февраля и, ну, короче, сами понимаете. Да, просто с праздником вас всех сегодня. Вот, ну и, конечно, в честь этого, ребятки, мы просто обязаны открыть сегодня этот кейс. Ой, что мы интересно с него получим? Давайте-ка посмотрим. Кстати, ножик пролетел. Слушай, это будет очень хорошо, если мы получим ножик на День Святого Валентина. Это будет очень хороший подарок. Воу, кайман, слушай, неплохо. 254 рубля. Так, я продам, конечно, но... Мы окупаем, да, мы окупаем, на 5 рублей на уходим 5 рублей. В плюс. Так, мы мне нравится. Ребят. Ребята, я начинаю любить этот праздник, да, да. Кстати, кто же успел сходить на 50 оттенков темнее? А, признавайтесь в комментариях, ребята, вот. Ну, я еще не ходил, но я скоро. Не, я не пойду. Ладно, ладно, пока я. Мне не нравится вообще эта серия. Я и первую часть не смотрел, вторую. Да что мы вообще это обсуждать-то начали, Сань? Вот ты, конечно, начал тему для разговора. Ты завел эту тему, не надо. Короче, ладно. Океанская пена... 64 рубля. Не, давай все. Давай последний, последний раз. Последний раз. Если не везет, то мы идем дальше. Ой, Сайрекс, смотри, сколько он стоит. Ой-ой-ой, что? Что? Нифига мы в плюсе. Подожди, а как это так? Давай еще раз откроем. Вот сейчас, ребят, я... Не-не-не, дичок, хватит уже. Посмотри на это, Сань. Посмотри на это. На это. Кому-то выпал просто огненный змей. Какого? Кому? Как? Давай пути сейчас откроем после этого. Обезьянье дело. Ну, Сань, чисто по твоей части. 69. Из этого 69. Давай, что откроем? Ножик кому-то выпал. Это кому? 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 Из ножевого кейса. Смотри, просто все открывай. Этот кейс, смотри, вот. Он, блин, так реально выделяется. Сразу такой розовенький, прикольный. Короче, давай, еще будем открывать сейчас. Давай откроем, откроем акусик, 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 акусик. Акусик, давай, 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 давай. Мы получаем огненный змей, и мы уходим. Ага. Сань, сейчас смотри, максимум, что мы получим, это африканская сетка или элитное снаряжение. Ты видел его? О-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Давай еще раз, еще раз проверим. Еще давай. Раз? Еще да, раз? Ну давай, 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 давай. Давай, не подведи. Не позорь меня перед мужиками, ну. Ну, Сань. Ну, не позорь меня. Ой, два раза. Давай третий раз. Ладно, давай. Давай, 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 давай. Все, что выпадет, мое. Ага, конечно, размечтался. Я пока в плюс не уйду, мы по таким правилам играть не будем. Ой-ой-ой-ой-ой. Я сказал. Красный глянец. Так, ну вот это, ребята, мы оставим. Ну а теперь, я думаю, время для тяжелой артиллерии. Поэтому мы открываем случайные тайны. Раз. Вперед. И нам выпадает оттуда... Мы открываем тайные. Раз. Нам выпадает... Говняс. Я мы понял. Открываем тайное 2. Я понял. Выпадает. Открываем еще раз. Ребят, у нас так-то осталось совсем мало, мало попыток, не знаю, открыть... Медуза. Вы издеваетесь? Вы издеваетесь, Вы издеваетесь? 500... Нам не хватает даже мы уже, можем это, продать, понимаешь? Кстати. Ну, сути, я знаю, что мы можем продать калаш, но ты, понимаешь, что что-то не так, Сань? Мы уходим да в минус. Да не-не-не, сейчас, сейчас, мы сейчас, уходим в минус. Сейчас, смотри, сейчас нас удивят. Давай, удиви меня. Думаешь? Удиви меня полностью. Ты думаешь? Удиви меня ты полностью. Ты думаешь? Я так не думаю. А нет, смотри-ка, эмочка подъехала. 1500 рублей, неплохо. Давайте продаем. Уже почти на две попытки тайны. Есть еще. Да, почти на две попытки. Попытки мы накопили. Надо было, короче, открывать кейсы тюберов, да? То есть, знаешь, твой кейс. Ну там, да, да, да. Семченко. Да. Ну, меня там повезло. О, нормально так подъехала, смотри. Даже очень хорошо. Так. Давай по ютуберам пройдемся, не продавай. Ну ладно, давай, давай, пока оставим, давай. Давай начинаем с Кирюкиного кейса, давай. И просто мне этого у Кирюкиного кейса. А нам оттуда же в прошлый раз нож выпал, да? Да, это, ребята, вообще прям что-то дикое такое прям было. Не знаю, но я хотя бы с ножом начал бегать в маньяке, и сразу подписчики тебе пишут, это Лего-нож, Лего-нож. Давай Шиморкин кейс откроем, посмотрим, что нам оттуда выпадет. Давай, Шим, не подведи. Нам выпадает, внимание. Ну давай, в честь Дня Святого Валентина. Ну, ну, ну. Ну, Шимора, я знаю, ты ж любишь я нас. Я понял, я нет, понял. Пойдем так, дальше. Давай, так, мой кейс. Как-то ты видел, они сдвинулись, да, из-за кстати, деньги-то кейса. У нас заканчиваются, смотри. Да? Да, ну, они должны быть бесконечные. Да!
Я понял. Я понял, все, да, спасибо. Что нам делать? Нам только на новогодний кейс хватает или на. Давай, Валентин, вот просто вот этот кейс откроем. Ну а что еще у нас другого варианта-то нет, Стань, понимаешь? Я бы запрещенный открыл. А мы могли? А мы могли запрещенный. Засекреченная, я ошибся. Ой-ой-ой-ой-ой, нормально, так нормально. Ну давай, ладно, засекреченная, давай засекреченная. А, да, надо было продолжить, я что-то затупил. Там Алёшу осталось и Филиппина. И все. Страшенка прилетает. Очень хорошо. Нам хватает, нам хватает. Прям вообще чётенько хватает. Давай, Лёхин кейс откроем. Лёха, дай. Лёха, дай, хотя бы в этом празднике дай. Сань, ты чё? О, эмочка, атомный сплав, нормально. Ну как нормально, мы конечно окупили, ушли в минус, да, конечно. Но все же... Что нам покажет Филиппин? Ну знаешь, пока мой кейс прям лидирует, да? Твой вообще мой там... Мой вообще прям топ-топ-топ-топ-топ. Ну и новый восходящий череп за 79 рублей. Но я не знаю, Сань, мы в принципе можем так чисто рискнуть и типа... Давай. Ну давай, попробуем, почему бы и нет. И откроем тайное, да? Ну два раза. Да, конечно. И нам выпадает огненный змей, статрек прямо с завода. Там столько ВП сейчас пролетело у крутых, ты бы видел. Я понял, я понял, всё понял. Давай еще раз. Драгонвор, до свидания. Давай, верь в чудо, верь в чудо. Я верю в чудо, ребятки, верим просто до самого, до последнего. Так. Эмочка золотая, спираль, нормально. Нам еще дали шанс. Ну смотри, это чисто вот тут, блин, мы плюс-то особо не уходим. Мы сегодня уходим опять в минус. Да, ну не знаю, у меня настроение хорошее, почему-то все равно. О, нормальненько так на... Ну, рядом очень да... Слушай, я не знаю, можешь забрать? А давай еще откроем за... на сдаче засекреченное. Давай. Ага, продал бы сейчас. Чуть не продал, было прям на грани. Давай, графита, ВП 100 трек прямо за вода, 8000 рублей. Ага, размечтался, Сань. Сейчас каким нам... выпадает? Красная линия. Не. 680. Ой, как хорошо, смотри. Нормально, давай... Да вот, запрещенная, ниже. И нам выпадает блок 18 градиен. Да. Надо верить в чудо. Не, короче, это последний раз, ребята, мы открываем, и если нам ничего крутого не попадает, то уже что с этим поделать. Ну, да, ребятки, в общем, я думаю, что сегодня пора заканчивать. Мы сегодня получили, получается, АВП Азимов, АВП Красную Линию, и вроде бы все. Поэтому, ребят, я надеюсь, вам эта серия понравилась, вы поставили много лайков. Ну, а с вами были, как всегда, Кофи и Алекс Фокс, и всем пока-пока. Покосики, ребят. И еще раз вас с праздником.